Всем привет! И сегодня мы снимаем супер видео, которое уже никому не нужно. Подписчики управляют моей жизнью. И вчера в свой инстаграм, на который надо подписываться обязательно, обязательно подписываться. Все так начали вчера подписываться, я аж офигела. Выложила пост. И вы сказали, что вы типа, ну такие, ну окей, так и быть. Снимай свое говняное видео, которое никому не нужно. И сейчас мы будем выбирать мне модный лук на сегодня. У меня есть вот такой вот модный лук. Это типа джинсы и просто футболка полосатая. Я не знаю, почему мой оператор оделся точно так же. Это как-то случайно получилось. И вот такой вот. Вот брюки мне очень нравятся, а футболку я так просто первая попавшаяся. Все мятые. А! Ничего нового. И сейчас я выложу пост, в котором спрошу вас, что мне надеть. Что это такое, что со мной? Все, я надеюсь, вы выберете то, что у меня сейчас есть. Просто мне лень переодеваться, как бы. A few moments later. Итак, время уже 1:27. Правда, эти часы неверные, но кого это волнует? А я еще до сих пор не пила ни чай, ни кофе. И что же мне выбрать, я вообще не знаю. И вы должны помочь мне выбрать, что же пить сегодня днем. Чай или кофе? Чай, кофе. A few moments later. Очень долго сражались кофе и чай, но победил чай. Ну, как, кстати, у нас кончился чай. А мы не унимаем. Мы не унимаем. Ведь у нас есть чай в пакетиках. Не реклама, не реклама. Да. Итак, сейчас стоит важный вопрос. Как же мне пойти? Поехать. И пойти. Или поехать. А, не важно, какая разница. С хвостиком, с одним большим. Или... без хвостика. A few moments later. Так, вы выбрали вариант без. Мы приехали на конюшню, и я сейчас спрошу вас в своем инстаграме, кого мне первого работать. И пока вы выбираете, я схожу с лошадьми. Вот такие вот тут лошадки. Бам, 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 бам. Юни! Что, их не надо? Нет. Так, посмотрим, что вы выбрали. Вы решили, что первый будет работать с Хоббей. Хорошо. Так, теперь самая важная часть. Это выбрать, какой же вальтрап мне надеть сегодня. Зелененький или черненький? А пока я буду чистить кобылу. Музыку подложила такая. А потом забанят. Итак, вы выбрали вот этот вот вальтрап. Так тебе и надо.
Господи, каждый день одно и то же. Картопа! Пойду носки надену. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it would be so sweet. But when it's you and me, 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 nobody can bring us down, bring us down. Да, мне нравится, как у тебя оттопырены штаны. Что можно? Я думаю, что когда мы домой поедем ко мне, мы будем еще убирать. На чем мы едем? На автобусе или на троллейбусе? Как вот это все теперь застегивается? Смотрите, у меня тут два повода. Куда мне? Это зачем два повода-то? Потому что я езжу с двумя. Вчера один легал, а поездил, как меня едет. Все чинно, блин, на. У него какая-то, какая. Да, да. Сейчас я тебя уже. Скажи, Вастик, сначала был один повод, теперь аж два. Сколько будет три? Я здесь я потяну, что там подтянулось. Посижу. Ну вот и подошел мой день к концу. Спасибо, что были со мной на протяжении всего дня.
ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, а мы сегодня пойдем снимать еще одно видео, да, Илон?